О том, как эффективно использовать бюджетные средства, сегодня говорили на круглом столе в Самарской губернской думе. Его участники – представители муниципалитетов и контролирующих органов, глав Финконтроля, Счетной палаты и прокуратуры. Повестка дня – финансовый аудит торгов и закупок в муниципалитетах. По закону теперь эти функции возложены на муниципальных ревизоров. И зачастую выявленные нарушения застревают в ведомствах. В результате не возбуждаются административные дела и не принимаются меры. Год назад мы проводили семинар с муниципальными образованиями, где указывали уже на некоторые недоработки. Самый такой на слуху объект, который строительством Фрунзенского моста на стадии проектирования еще были выявлены некоторые факты, которые позволили сэкономить Самарской области не один миллион рублей. Как было проторговано? Почему такой подрядчик выбрал? Нет ли нарушений в техническом задании при размещении? Как формировали начальную цену контракта и так далее, и так далее? Все это относится к контролю в рамках 44-го федерального закона. Поэтому здесь мы сегодня хотим на круглом столе показать, как вот с нашего видения должен осуществляться данный финансовый контроль.